Почти 5000 жителей Иркутской области уже сделали свой выбор и отдали голос за кандидата в президенты России. В отдаленных и труднодоступных местностях при Ангаре завершилось досрочное голосование. Галочку в бюллетенях поставили жители сел Бодайбинского, Братского, Катанского, Кирицкого, Нижнеудинского, Искутского и Чунского районов. Самая высокая явка зарегистрирована на избирательном участке Братского района. Там проголосовало 1649 избирателей. Это жители 6 поселков. Добчур, Харанджино, Карахун, Прибойный, Наратай и Озерный. Тем временем избирательные комиссии начали прием специальных заявлений для голосования по месту пребывания. Оформить их можно на участках по месту прописки до 14 часов 17 марта. Заявления будут отмечены специальными марками. Напомним, накануне завершился прием заявлений через портал госуслуги, центры «Мои документы» и участковые избиркомы. В Иркутской области их подали около 40 тысяч человек, из них около 10 тысяч через госуслуги, порядка 8 тысяч с помощью специалистов многофункциональных центров, остальные в комиссиях.